Марш – это одно из самых значимых событий, которое произошло за последние 20 лет в пантеоне российской архитектуры, потому что это такое лекарство против вкуса. Это единственная, может быть, появилась в России институция, которая воспитывает чувственных, думающих, ответственных архитекторов. И для меня, конечно, большая честь прикоснуться к этому процессу, стать его частью. Я думаю, таких школ должно открываться как можно больше в стране. И я хочу пожелать Маршу, чтобы он только процветал, создавал такие как бы новые институции, расширялся, создавал филиалы по стране и даже по миру. Я считаю, что от этого дискурс архитектурный будет только улучшаться и улучшаться. Для меня был в первую очередь интересный личный опыт просто общения с интересными людьми, поскольку, как вы знаете, в Марш приходят люди не по экзамена, по собеседованию. Нам кажется, самое главное, может быть, качество, навык, если говорить outcome skills архитектора, это все-таки его разум, это его мозг, это его голова. И то, как он мыслит, так он ответственно относится, в первую очередь, к себе, к окружающему городу, является ключом правильного, ответственного подхода к архитектуре. И для меня очень отрадно, что в Марше происходят именно такие дискурсы, то есть преподают одни из лучших архитекторов в России, и то, что студент сразу погружается в образовательную среду и получает очень правильные слова, получает очень правильное направление, и человек просто начинает правильно мыслить и понимать город. Это, мне кажется, очень ценно.